потрясает вообще на самом деле, что делает Бог сегодня. Это невероятное чудо. Из области фантастики. Я был в шоке от того, что произошло с этим человеком, и еще у нас на глазах. Убирайся вон! Убирайся прочь! Духи диабета! Духи рака! Болезни и немощи! Повелевай выйти вон! Освобождение! Исцеление! Сила! Сила! Апостол изначально сказал, что у меня есть такое предчувствие, что это саммит всех саммитов. Как будто он итоговый, как будто бы ну, что-то такое произойдет, чего как бы не было. Такое сильное помазание было как никогда. Апостол Владимир и Виктория, они приехали с новым помазанием, сильнейшим. Люди массово переживали Бога. Массово получали исцеление и освобождение. Вера сегодня свободна, счастлива. Я исцелена, слава Богу. Да. Давайте, давайте, наступайте, наступайте, наступайте. Этот саммит – это просто сенсация. Такого еще никогда не было. И на этом саммите была первая линия. Это люди были тяжело больные, в которых рак, кто-то парализован, кто-то слепой. Сидели больные люди с плакатами, и Виточка просто подходила, за каждого молилась. Там такая сила была, там такие чудеса происходили, там люди падали, кто-то освобождался. Я помню момент, когда я проходил мимо первой линии, я видел, как Сергей держал плакат, на котором было написано «Инсульт». И в этот момент я обратил на него внимание, я видел, как его руки и ноги, и все тело, и даже вот лицо, оно, вы знаете, как оно не стояло у него на месте, оно все было, вот как вы знаете, вот так вот выкручено. В возрасте 35 лет Сергея сильно избили, и у него случился инсульт. Жизнь молодого, здорового парня резко изменилась. Парализовала правую часть тела, рука и нога не поднимались, речь полностью отнялась. В 2016 году Сережу, он шел с работы, его избили. И пролежав 8 дней, он уже даже не разговаривал, не говорил, вызвали скорую и обнаружили у него инсульт. Вот. И после этого, пролежав в больнице, у него эпилепсия случилась, и речь отнялась. Вот я ходила к нему в больницу, и правая сторона была парализована. Я знаю, что такое инсульт, потому что у нас есть очень близкий нам человек. 6 лет назад у него был инсульт. Он остался жив, но он парализованный, сидит на коляске. Я лично знаю, что такое инсульт. И это люди, ну, буквально, которые никогда больше не восстанавливаются, которые пережили эту болезнь, они практически никогда не восстанавливаются. И у меня есть знакомый, который до сегодняшнего дня, он как бы так и не восстановился. Он очень плохо передвигался, у него не двигалась рука, не поднималась рука, он очень плохо ходил, его с трудом подняли на сцену. И Виточка молилась, и коснулась Сергея. Я видел в глазах Сергея что-то произошло. Да коснись своей силой! Коснись своей силой! Коснись своей силой! Коснись! Коснись!
Она сказала ему, что в детстве было совершено над тобой колдовство. Когда вы были еще маленькие, на мозгу совершен обряд, колдовской обряд. Прямо сейчас он разрушается, он разрушен именем Иисуса. Когда пастор молилась на сцене, и она как пророк сразу определила, что это было колдовство, наведенное в детстве. И я знаю, что это было колдовство, наведенное с детства, проклятие. Жизнь Сергея на самом деле была проклята. Несколько раз он отбывал наказание в местах лишения свободы. За это время он потерял всех своих родных и близких. Ну, такие проклятия происходили с ним всю жизнь. Как дьявол просто поиздевался над судьбой человека. Виточка сказала, разрушается на тебе проклятие, которое с детства, и это разрушилось в первый день. И я стояла тоже, плакала, и я так радовалась за него. Я понимала, что началась у него другая жизнь с этого момента. Потому что пастор Виктория, она говорит вещи от Бога, говорит слово, которое сбывается, говорит слово, которое исполняется на жизни человека. И я понимала, что его жизнь, она изменится с этой молитвы. И представляете, на второй день Сергей уже стоял внизу с плакатом на первой линии, и Виточка вышла, молилась за Сергея, и также его сила Божия касалась. Я стоял рядом с этим мужчиной и рядом с Викторией. И когда Виктория с властью молилась, она просто, она приказывала духом инсульта, духом болезни. И этот мужчина, он реально пережил Бога. Понимала, что это как демон, дух инсульта, да, он просто его держал в этих оковах. И мы увидели, как Виточка молилась, молилась, и постепенно, с каждой секундой, и выпрямляется рука. Мы видели это, я видел своими глазами, я рядом стоял, камеры стояли, направлены были, и мы и все это видели. Я видел, как рука Сергея, она просто выпрямилась. И это был просто чудеса. И я просто так вот смотрел, и я был в шоке от того, что происходит. Когда Виточка молится, это было невероятно. Просто, ну, честно, для меня это был какой-то нонсенс. Я был в шоке от того, что произошло с этим человеком, и еще у нас на глазах. Но это было реально сильно. Просто когда он свидетельствовал, весь зал там просто рыдал, все были в шоке реально от того, что делает Бог по молитвам Виктории и апостола. Когда пастор Виктория, она подошла к нему, когда она возложила на него руку и начала за него молиться, реально, ну, было видно по нему, что Бог реально что-то делает сейчас в этот момент. И он стоял, и у него были ровные руки, у него были ровные ноги, и у него было нормальное лицо, которое улыбалось, которое, ну, то есть он выглядел, как будто не было никакого инсульта. И кричал о том, что он исцелился, кричал, это правда, это правда. Ощущение абсолютного шока, потому что это реально настоящее чудо, и такого не бывает вообще. Когда снимал, я лично, когда я в метре стоял, и я просто как, я реально как радовался за него, я реально как это, даже силу переживал, что Бог, он его как коснулся, и он упал просто.
Я стоял вот несколько метров от него. Я видел реально, как он сокрушается, как он ожидал этого. И буквально на следующий день я уже вижу, ну, как бы ситуацию, что он выходит на сцену, и он прославляет Бога. Он рассказывает уже сам о том, что Бог его исцелил. Сверхъестественное прикосновение. Я просто счастлив. У него появилась просто новая судьба. И это было невероятно увидеть его на следующий день вообще свободным, вообще как новым человеком. Теперь Сережа здоров и счастлив, и сразу явилась ему сила, и он себя чувствует хорошо. У тебя что появилось? Сила. Давай. Ты так не мог чувствовать себя? Нет. И руки так не действовали? Нет. Поработай пальчиками рук. Отлично. Бог восстанавливает тебя. Да. Ты славишь Иисуса? Да. Мы благодарим апостола Викторию за молитвы. Колдовской обряд прямо сейчас. Он разрушается. Он разрушен именем Иисуса. Вы могли так поднимать руки? Вообще! Я не видела еще, чтобы так люди сильно рыдали, падали. Каждого человека мы практически сводили со сцены, потому что сами они спускаться не могли. Настолько сильное помазание, оно двигалось везде. Некоторые люди даже не могли даже прийти, потому что они падали на местах, вот так на балконе. Люди не могли даже прийти на сцену. Настолько сила Божия двигалась, что люди там, только начиналась молитва, они сразу падали. Это группа порядка, они рассказывали, что прямо они не могли даже людей вывести, потому что люди прямо, где они находились, там они падали. Вот такая мощная молитва была. Настолько сила Божья, она сильно двигается сейчас через апостола, через Викторию. Она, как знаете, как будто бы умножилась в тысячу крат.